Кому там на успех было? Бар. Ну, это, блядь, типа на танка, чтобы. Ну, то это есть... кистевая левая рука. На ну, танк да, она не идет. Если я так нажал. Мастерством уйдет за Анну, это друг. Но для левой руки, у тебя в левой руке щит, ты не наденешь его на танка. А лоу-то левый. Твой 6 левый стан. Ну, там на нем написано левая рука. Тебе нужно уп-хэнд, вдовак. Ну добейте кого-нибудь одного, че вы всех троих лупасите? По тактику играйте. Ты мне ролл пропустил, у тебя должна была иконка выскочить. Так. У него, возможно, аддон не стоит. Да, возможно. Нет, показывает стоит. Сейчас там. С обычки Юта есть, нет? Нет, нет. Хитя мы инспект танк или этот? ДД. Хильти чулана. Я вар, у меня два мейнспека. Мейнспека два не бывает. Есть мейнспек, есть олспек. Два мейнспека бывает только у байдати. Вообще танк мейн. Ну, мейн танк это, блять, вар, это в Т5 только. Так, сколок. Шейпер забирай. Вам инспек. Серьезно, Ути эту херню взял за фул ГП? Нет. Ты про голову, что ли? Угу. 7-7-8. Нет, я дал ему за успех. Так как он сказал, что мейн это танк. Ну, можно порассуждать, эта голова, будет ли он носить ее, когда денет 4 куска Т4. Ну, не будет ее носить. Не будет он. Потому что... Он без РПБ, и даже если у него будет 0-10 голова, он все равно ее не наденет, потому что... Я дам, если кому-то нет. Дам, она никому не нужна. Ну, я бы ему за 10% дал, вот 77, там, без сколько РПБ. 370, сними. Конечно. Сколько ты ему дал, 370? Да. Потому что он ее выкинет, ну, даже в реалиях силуса как бы можно ее носить там, но это опять же, если у тебя куча другого шмота крутого там. Пока... По тактикам в первую по черепу играть. Ну, он может ее затронтить. Даже в реалиях силуса ты эту не будешь носить во всяком случае, потому что ты 5% меткости набираешь совсем другими шмотками. Например, кольцом за репу. Кольцом, да. Какая-то там еще тапки срезать. Ну, я не знаю, но это как вариант, ну, блядь. Да представь, это надо 4 куска стрельнуть, чтобы с этого выбрали. Маликет твоя обновлять. Фуриков нет проблемы с меткостью, есть проблемы с мастерством. Смотря как ты сыграешь, Фурика. Три таланта точно. Две хлоры. Все, фул кап. Мастерство мира. Даже с глора там не хватает. Сейчас бы две глоры, да. Либо еще там что-то. Штаны.
воинством идут, что Т5, что Т4, что Т10. Двумя глорами можно хватить. 3% в меткости — это потенциально 100 силы, а 100 силы — это где-то 400 апа. Вот и думай, нужен тебе этот талант вкачивать или нет. К 4 захилить. Хорошо. Для тех, кто здесь не был, стоим под жопой босса. Ответственность будет. Три коста — это укус, пакт и тени. Фактом вам двигаться не надо, потому что вы будете стоять в мидизоне. Дальше. Будут тени, буду ник произносить. Соответственно, выбегаете по стенке, разливаете лужу. Далее. По укусам. Я скажу, кого и чё кусает. Далее. Видите этот кружок в центре? Самый маленький. Его вы оставляете 4 хилам. Остальные ДДР и ДД вы набираете от хилов рейндж. Здесь понятно. Далее, инзад. Перед взлеткой мы будем убегать в центр. С тебя масс диспел. По тактике здесь не сложно. Если все будете соблюдать и слушать команды, соответственно, мы убьем. Чек на готовность. Гимны что-то думаете, ну потому что без гимнов жопа нас. С гимнами будем. Гимны, давайте тоже по этот команде. Котлас готов. Ну то Рошама ни одного нет, и жопа будет. Котлас. Он написал в чате, что на минуту отошел. Хорошо же. Как вариант, я не знаю, скиллованы эти шаманы или нет, помочь на взлетке цепухами. Это будет очень круто. Ну, сдохнуть могут локи. Самая жопа будет, если сдохнут укусы. Чек еще раз на готовность. Проверим. Сейчас. Это дело не в дефире, а в вихре стрел, которая она когда взлетает, кастует. Все готовы. Отчет на пол. На пол даете вебинар. Это было неразумное решение. О, застик. Котлс. Царь левее выйдет. Угу. Царь лопососа, я видел ушел. Виби, будь поближе ко мне на взлетке, пожалуйста. Аспер. А ты мы трепета поставили. Центру. Виби побежал.
Инжу набрали. Царь, дай гимн на хп, пожалуйста. Блять, легли. Легли, нормально сейчас будет. Тут 4 хила, которые вот сейчас там, ДЦшник. Да, у меня еще проблемка была, не забыл выстрелить. Хуя. Не знаю, не захилится это, взлетка. 4 хила. Захилится. Сюда. Так. Вес. Сюда. Вставали. Рыбу я поставил, рыбу кушаем. Вот можно спросить. Так, Дим, ты в этом... Бладе? Угу. Да, на пул микстурку. Дим, на первой отдашь прожимку, царь дашь на хп. На второй... на ком там тьма? На мне... Я дам на второй мастер аур. Соответственно, выча голова, вы назад на втором, вы даете гимны на хп. Сколько кд там еще на гимн? Чай! Ты наркоман. У тебя не получилось. Яичный бросок, пан, молодец вообще, чёрт. Случайно, наверное, получилось. Ты случайно берешь в таргет босса, случайно прям, и нажимаешь на скилл случайно два раза, да? Два раза случайно, охуеть. Какие два раза? Откатился, поэтому так получилось. Да, все правильно сделал. Да там, я не знаю, но без гимна на хп жопа просто будет. Не представляю, как они там будут захиливать. На второй взлетке вообще два надо гимна давать. Ты первая, они два, да. Можно. Там же фишка в чем? Вот когда взлетка происходит, нужно словить рейндж между собой там 10 метров. Если вы будете с кем-то рядом стоять, то стрела, которая прилетит в человека, который рядом с вами, по вам тоже подамажит. А если у вас обоих по стреле прилетит, то вы получите просто двойной дамаг. А стрелы там, сколько там, 16 тысяч? Ну, считай, ваншот. То есть это не будет захиливаться никак. Для этого надо сходить рейндж хорошенько. Великие убегают к стенам. РДД на большой круг. Хилы. 4 штуки в маленьком круге стоят. Если так ставить рейндж, то минимальный будет дамаг, и хилы смогут захитить это все. Блоком надо прожать поглощение теней, защита от тьмы, как там.
Сова там знает, что. Шаман... Стали. Шаманом не знает, цепуху или себя похилить можно. Луки еще могут похищение жизни использовать и это, лик смерти. Да, на слово. Нужно больше ярости. На ФК. Полбафа дали. Надо подождать. Чек на готов. Сейчас. Давалка здесь. Еще раз чек на бетон, баф проверим сейчас. Все готовы, отчет на пол. Раздавалка. Раздавалка. Осторожно. Царил пососа, Войд видео. Малекет. Ай, назад первый дает гейм, царь-то на второй звездке. Вот шейпер. К центру побежали. Ренджу набрали. Начинаем представление. Прохил рейда. Под жопу босса. Глазастик. Царь, Аспер, Войд, Пана, Лопасос, Эльрея, Виби, Медвея. Лопасос. Лопасосу побежал, кого он говорил. Восемь любых ДДшников кусаете. Елка. После взлета.
четки. Эльрей. В центр. Пружинки там готовьте. Эльша умерла. Станешь потом. Рэнджу набрали. Бычья голова гимн. Рахил рейда. По джопу босса. Готовимся, покусали. Не теряем укусы. Маликет. Геру. Угу. Заливаем босс. Где-то чел в танке так шьет сильно. Потому что гладиолус. Топовая шмотка упала, все. Не зря ходили на него. Сколок есть? Нет. Меня ж слышно, да? Да. Чё там, D7, да? Тебе нужен этот гертокен, царь? Ну, блин, я хотел попробовать на это, на Holy Spec через эти 2-10, 2-9. Ну, я не знаю, честно. Если там кому-то нужнее, вот, допустим, Маликету отдай, он там... Так, Анеска нужна кому-то? Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Повестка. Иди же, встречай свою вторую смерть. Роли. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Отдай он Ойнунзаду, если ему надо, на основу. Я зашли. Да зачем он тебе в Т-10-м в демоне вообще резона никакого гонять? По-моему, в Т-4-м все демоны бьет. Или ты в Т-10-м где мы? Так. Так. Сейчас подойду. 3, 4, 5, 6, 2, 400, 3. Ты что считаешь? 3 800. Кто-то уходит? Да. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Ку-ку. Ну все, как бы царь помянем. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Ты пирожки с чем это самое? С мясом там? С капустой? С мясом, да. О, заебись. Смонить. Не агрейте, пожалуйста, после этого мне релок не надо. Все, баг. Нет, все норм. А, да, отлагал.
Милики, нужно выходить из синей лужи. Как ты там говоришь, хилы захилят, да, когда я хилю, да? Да, да, я помню. Шейпу? Это было, наверное, в обычке. Ну, я упала, сказала жене. Я сейчас релугну через альфа 4. Так, релугайся, не должно выкинуть синста, по идее. Чарджи, душа покинет тело. Я релокаюсь, сидит от душа, брони держит. Чего вы меня наебали, меня из инста выкинуло? Меня туда не пускают, блять, меня алики лупят, помоги. Бог поможет. Алекс, представь, что это твой будущий муж. Земля пухом. Господи боже, помогите. Помогите, спасите. Вот ты так же будешь кричать, когда он тебе пиздить будет, а никто не поможет. А у вас же, да, у вас же вражки декриминализировали домашнее насилие. Вообще веселье. Ну так, а ты думал? Где ты такое услышал? Почитай закон. Штраф платишь 1005, вот и все, у тебя хорошо. Штраф заплатил и все, ГГВП. Можешь опиздюливать свою жену сколько тебе угодно. Путин молодец. Не, я такого не слышал. Они еще и придумали, как на этом навариться, просто мастера. Я прожимаю зеленку, несмотря на то, что меня лупит вар, блядь. Бей бабу, поебалу, бей бабу. ББПЕ, да? О, Войт в теме. Говорит, не слышал. Да не, я про такой закон не слышал. Да когда его, то ли год назад, то ли два года назад вас принял. Все началось, закон не слышал. 2008 вроде. Хера, я о нем услышал только 2 года назад. Че, вы трэш добили? К сожалению. Добиваем. Капец, прикиньте, что меня этот вар лупил минут 5, и в итоге он меня не съебался куда-то. Ты жирная сильно. Со своим Т5 там труп взорви и нормально будет. Т5 не работает в ПВП. Даже если это бонус в ПВП. Как это в ПВП не работает? Ты же не на БГ, не на арене. Но это считается как ПВП. С чего бы это? Я пыталась это уже сделать, у меня не получилось нихуя. А меня тоже труп не будет. А че, оно просто в мире не работает, что ли, Т5? Нет. После первого уже удара у тебя все повышенные бонусы отключают сразу. То есть я не включаю себе в ребута. Вот можешь по мобам в ворлде ударить, да, а по людям в ворлде ты не можешь ударить. Я понял. Даже когда капы делаешь, у тебя. Только ты есть, по-моему, все. Ну, типа, когда ты здесь работаешь, это сильно нет. Ходите, бой спал.
За сумочку. Спортсмену я бегу. Мюлькет, мы с тобой на боссе. Угу. Я воткну коня. Опа, плюс 6 СПД, нормально. Хорош тут, блядь, на свои крокозя, блядь, отсекать, нахуй, ТЛК, блядь, читер. Баф отдали, чик на готовность. Жесть. Посмотрим. Виби готов. Виби. Ладно, подойдет. Что-то на пол. Собачья голова и назад, вы на рейде. Забываем. Часовой против. Где там? По часовой прилетит. Ну похуй, прилетит просто. Блин. Обнови этот частицу на боссе. А, блять, мне надо обновлять. Сука. Лопасос Берни.
Опять маликет соло хили. Клик по-любому. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Мой дух дал. Гимны дал. Давай, 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 маликет. Хера. Дайте еще один. А, вот вижу. Все, захилил, изи. Батя на маликете просто. Предлагаю ЕП дополнительное, пацаны. Это все бычий голос с оберегающим дух. Просто, ну вот как это называется? Это называется топ-лут. Неплохой лут, да, неплохой. И не говори. Называется в горло админом ссал, который, блядь, лутбоксы настраивает. Ты что, цельнометаллическую оболочку пересмотрел? Не. С детского сада, Жарагун. Ну, я не вижу смысла идти на профы без турбо и со слабыми милишниками. Ну да, надо что-то менять. Я не вижу смысла даже идти на синдру, потому что у нас был рейд. Ебать, а чё, вот шейпер вернулся? Судя по тому, что было на принца, здорово. Блядь. Мне уже страшно, здорово. Что на синдре. Ну, надо посмотреть, кто есть в замене, есть ли турбо. Есть черпи-ступ. Тут-то еще там есть. Ну ты смотри, просто посчитай. Есть. Должно быть на одного человека меньше для профа. У нас нету ханта, у нас нету турбо. Фельдшер не дает нормальный ДПС. Из РДД у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Меняешь на шерпи-ступ, у нас 8 штук. Получается РДДшников и милишников такое же количество, причем несколько из них не особо так сильные на самом деле, и для гера, и для профа они вообще не подходят. Плюс у нас нет турбо, как бы топ ДПСера. Не знаю, смысл есть вообще идти, нет. Ну думайте. Да нет, это просто время. Не без разницы, но мне кажется, мы просто время потратим. Нет, трай этим рейдом точно не стоит. То надо брать этого. Кто он там? Шерпи-ступа, во-первых. Простю. Это точно. Ну, Простю, скорее всего, Эршамы. Потому что Эршамы. Ну, я, допустим, я в ДД. Простю Эршамы. Есть время потратить профа. Вы даже не хотите людей научить, потому что нет, блядь, турбо, и все, блядь. Если трайт, то вообще... трайт с саппортами. Мы сейчас кучу саппортов раздадим за обычный трайт. Согласен, лучше убивать уже. Так. Мне кажется, да нет, ты убить-то можно. Многие там... подохнут на переходке. Просто, блядь, телепатия нахуй. Давай не гони, никто не подохнет. Гимны есть, 4 писта целых. Никто не подохнет, просто стеней на переходке убить и бусты на них оставить, как мы делали. Там было больше ДПС. ДПС с профа могут пинка накрыть? А, не с профа, а с этого, с сурка, да? Нет. Там 278к было. Мне кажется, синдро у нас больше шанс. Нет. В том-то и прикол, что, блядь, более лучшим рейдом у нас синдро не получилось убить. Да нет, тогда просто тупили глупо. Там было все нормально. А вы уверены, что здесь тупить не буду? Ну там были все совсем... сейчас рейд, чтобы пойти куда-нибудь и побить любого из боссов. Если будет рейд в среду, вы хрен придете, блядь. Хрен соберется, чего? На Синдре были просто все сильно уже уставшие, мы уже заканчивали, потому что. А так-то нормально было на Синдре.
Вот, пиши. Я за любовь. Шикарный голодов. Черпистул. Не, ну без рестор шамана идти на профа — это наркомания. Охиливать. Точно ровно Да, я так думаю, да. Ну, ребят, я, конечно, извиняюсь, но мне нужно срочно уйти делом. Я не пытаюсь свалить опять с Drive Profile, просто нужно реально уйти срочно. 4200, да? Угу. 4200. Так. Ах. Так, ой, ты в танке, я так думаю, да? Можно. Так. И пишите просто шерпиступу. А я захожу. Какого-то милика, самого бесполезного, надо поменять будет на этого. Где он? Шерпиступа. А у нас Алиса ушла, на кого ты будешь менять? Ну, какого-то милика, который 10 кадров. Ой, будет твой, танчит микстурка, господи, чё непонятного-то? Любого ты доберите. Я не знаю, я просто говорю про маленьких ДБ. Вон там будет у тебя, например. Раздавака, в чем у тебя проблема? Шпышник. Ты больше не раздаешь. Шпышник здесь раз. Ну. Дальше. Путин, да? Ну ты побольше котлосу даешь, блять. Я сиди. Где проще? Знаю, был на посте на БГ, сейчас не видно. Хуй вам, мне и по всем. Кто сказал хуй? Вот профи харды, например, всякие 0 ЕП, первая ката, они не ПВПшат, не ПВЕшат, наверное. Не знаю. Хант, который... Но. Он бесполезный, это кусок говна, мы закрыли ему CLK-25 обычку, мы закрыли ему Золоман, я его ни разу ни в ЗС, ни в ОК, ни в 25 ХМ CLK не видел. Как вы ему закрыли, у него 0 ЕП? Вот так, ну, потому что, наверное, он у него сметало. За А и CLK закрыли, по-моему. Здрасте, на ПГ, если зайдет... Ебись, кто у нас еще есть? Ар. Чё-то я просто не вижу онлайн. Да, Тёма, дай перекур. Так идите курить пока. Выйду пока банку не тратите. А чё, просто вышел? А что только видел, только его на ВГ, блядь. Ну, вот я тоже к вам вижу. Угу. Вот нету... Шансунга нету, Джованни вот этот костель. Джованни здесь. Тут на туре, это самое прискорбное. Ну, в принципе, тогда, когда убивали меня, не было, а турбо был, ну. Все равно есть, сейчас был турбо, был больше. Да сейчас в хилах вся фишка должна быть. Раздавака что, хил, что ли? Нет. Я просто перекину. Короче, перекур, да? Да, пока да.
Ну я не знаю, блять. В таком рейде тратить смысла нет. Да конечно. Потому что мили меньше, меньше всего мили, больше миликов, чем РДДшек. Ладно, вот, хуйня. Ребята, может быть я скажу глупость, но сейчас давайте раскроем глаза и посмотрим на правде в лицо. Вот сейчас посмотрите все на свои часы, вы там увидите 21.00, ну у кого серверное время. Я предлагаю... 21.06. Вам, я предлагаю вам сделать такую фишку, начислить ПЗЦЛК и пойти в ЗС или в ОКО, убить трех боссов там или двух, потому что сейчас... Нет. Ну, мы реально сидим обычно, еще 3 часа могли посидеть, то есть до полуночи по серверному времени. Ну, думайте сами, как бы это круто было бы. Тогда люди бы... Ну, думайте сами, потому что кто там слепец, вот этот может упасть там. Это минус то же самое, раз, когда я предлагал ЦЛК собрать. Минус раз, минус два, минус три, минус четыре, минус пять. Минус пять тел. Сразу. А, это по Кате, что нету? Дальше, у кого не закрыта ЦЛК 25 обычка? По фолу. Для всех здесь закрыто. Но они бы в гир не вошли бы, если бы не зак... А, нет, там же ласт, да. Для ЗС или ОКО нужно падение лича, то есть убиты все кварталы и лич. А для лич можно даже просто на лича условно вагоном зайти и потом в целках храм ходить. Так что вы уж извините, ну, да, но это, блядь, минус 5, плюс искать не народ, не оно. Ну да, да, долго искать. Плюс, смотри, что у нас выходит, ну хуй с ним, 5 хилов. 5 хилов. Ну, я тебе, допустим, даже говорю, слепца мы убьем, этого мы убьем, водяного. Насчет... Да тоже убьем Гидроса, трех боссов, а совет мы не уебашим. Ну вот смотри, мы совет... А, ну да, мы там же там искать еще надо. Совет мы не уебашим, потому что первое, нету прости, Эршама хорошего. Даже если царь спекнется в ДД, в хила, может захилить, а мы захилим, но по ДД мы не вывезем. Да. Ну это я размечтался, короче. Не, ну я не знаю, ну таким рейдом стопудняк будет вафля, но мы с пулем да. Просто выпнемся. Ребят, на сегодня на целка. Так, я начистил, включил, да? Что, микстурыч? Пошли какую-то кару, что ли, мы там обещали? Да, сейчас будем собирать что-то из этого. Это самое, что-то вы там хотели закрыть. Да, гитару, да, это хорошо. Порт я вам ставлю. Ну, микстурыч, это... А, вы говорите, на погибель не будете на этой неделе делать? Я бы хотел... Порт я вам поставил, можете этот, валить.